Всем привет, дорогие друзья, с вами Йорн. В этом видео будем разбирать воочию один патч 1.72, который я не разобрал днем. Ну, его добавили, потому что днем я пока бегал по квартире, в общем, всю чепутню решал, времени просто не нашел. Ну, не оставлю вас без видоса, поэтому давайте меньше воды, больше полезной информации. Начнем с нового функционала, когда вы можете посмотреть всю подноготную боя, даже оценить, как прокачанный герой. Нажимаете «Победившее построение», также все работает и в Королевской башне, но есть один косяк, какой я расскажу. Нажимаем, допустим, на Soul Reaper, выбираем там второй бой и видим, да, это стандартная инфа, но есть Hero Info, и тут все. Как каждый герой прокачан, это просто, ну, друзья, это кайф. А если с этой же информацией вы будете еще использовать информацию там популярности, сейчас тоже покажу, то новичкам точно будет проходить гораздо легче. Но если вы не можете пройти, допустим, хотя герои прокачаны также и, может быть, даже такие же артефакты, то надо просто подкачаться, допустим, или просто запускать попытки раз по 50. И все равно вы этой командой сможете пройти. Хотя постоянно идет ослабление главкомпании, я думаю, что эти отряды даже будут проходить гораздо легче. С учетом того, что когда вы доползете до 36 главы, пройдет как минимум полгода, а может быть и чуть больше. Ну, короче, это инфа полезная, спасибо. Но когда вы, допустим, залетаете в бой, и вы какой-то отряд сохранили оттуда, и вы хотите его поставить, вы выбираете построение, листаете в самый низ, я просто уже сохранил, ставим, допустим, вот эту пачку, и артефакты вам надо будет выставить вручную. Вот почему они не сделали так, чтобы когда вы сохраняете это построение, хотя бы артефакты такие же стояли на героях. Но понимаете, вот кто не запоминает с первого раза, сколько там у кого какой артефакт стоял, да, то тогда придется это все делать вручную. А кто-то будет это все писать на листочке, а потом выставлять так артефакты. Ну, в общем, функционал немножко недоделанный, с моей точки зрения. Но за то, что они его сделали, уже спасибо разработчикам. А если этой инфы не хватает, заходим в популярность, нажимаем сюда и смотрим также всю подноготную героя. Какие артефакты чаще используются, какие построения в том или ином режиме. И все это вам будет помогать. Вам даже не надо заходить на сторонние ресурсы. Все есть сейчас в игре. Просто пушка, друзья. Далее мы с вами переходим в вот эту таверну знати. И это, короче, доля, она просто уже доконала. Конечно, выход новых героев это хорошо, но их так часто клепают, что просто не успеваешь собирать. Я вот Хочкина это вот только-только собрал на своих аккаунтах, да? А еще надо собирать Морл. Но я думаю, что ни день ни заря эти герои где-то пригодятся очень сильно, друзья. Это просто вопрос времени. И что она тут говорит? Что есть какой-то маг или волшебник, который рисует на холсте, и все, что он не нарисует, это оживает или просто там, ну, материальные предметы появляются, да? Захотел утром кофе с круассаном, нарисовал, кайфанул. Вечером скучно, нарисовал себе красивую бейбу и пошел гулять. А Долли просто попросила нарисовать ей два бочонка эля. Потому что, видимо, все прокисло, а надо чем-то угощать посетителей. Хотя, видите, какая радостная, стаканчиками-то бьет. Ну, в общем, новый герой, пишите ваши догадки, из какой фракции он будет, думаю, вам зайдет. Ну и мне тоже, наверное, по-любому. Далее мы с вами приступаем к этой картинке. На ней нарисованы 5 героев. Это Укун, это Хендрик, также Деймон, Антадра и Респен. В общем, вы 7 дней будете заходить в игру, и на 7-й получаете вот этот сундук. Но за каждый день, когда вы зайдете, вы получите тоже какую-то плюшечку. Что-то подобное уже в игре было. Ну и кого отсюда брать, решать вам. Кому-то надо докачивать звезды, а кому-то просто будет не хватать одного геройчик одной копии на прокачку белой рамки. Ну, допустим, Деймон. А новички, так вообще сам бог велел Деймона брать, потому что он реально крутой. Но Антадра, допустим, пригодится на гротесном, ой, на огненном бруте. Вот на огненного брута она хорошо заходит, да, для фарма. Или, допустим, в PvP или в PvE тоже прекрасно. Респен плюс 33 из 3 тоже ускоряет команду и бьет очень хороший урон в одну цель. Укун это больше PvP, но в PvE его тоже можно как бы использовать. А вот Хендрик, ну Хендрик хороший еще также с Эстридлей и Гвинет в одной пачке. Я использую и частенько мне помогает. Хендрик, да, хороший танк, тем более если у вас нету Альбеда, Хендрик, ну сам бог велел собрать в более поздней игре. А Люций, он хорош до 30 главы, а потом уже больше на его место приходит Хендрик. Так что определяйтесь и берите то, что вам надо. Так, далее мы переходим в вершины времени. Здесь у нас есть вот эта вот чудесная сумочка и лесная мания. В общем, я посчитал, и получается, что если вы с нуля проходите, тут будет
8 кучек по 5 фракционных свитков. Это 40. Понимаете, это 40. И с учетом того, что вы вначале получаете очень много копий Шемиры, вы можете эти фракционные свитки вливать также в могил. Соберете быстро корм, потом прокачаете Шемиру. Она получит биорамку, и после 24 главы вы получаете красный свиток. Этот красный свиток позволяет вам поменять одного героя на другого. То есть они прям зеркально меняются. И даже если там, допустим, Шемка будет на биорамке плюс 3 по мебели и плюс 20 по персональному артефакту, то вы сможете поменять ее полностью с такой же прокачкой на Дэймона. То есть Дэймон, если даже просто у вас есть Элит Плюс, он станет такой, как Шемка, а Шемка станет такой, как Дэймон. Вообще тема хорошая. Так что видно, что более плавная игра для новичков, но, блин, для старичков ничего толком не делают. Поэтому упор больше идет на новую аудиторию. То есть кто-то уже поиграл, ушел, а новая аудитория приходит и также им приносит бабло. В общем, тактика у них просто 250%. Молодцы. Посмотрим, что будет дальше. Так что лесная мания, забираем все, что можем отсюда унести. Ну и далее, наверное, мы что с вами посмотрим? Да, в принципе, все, что хотел, показал. Да, теперь давайте смотреть гравировку, хотя анимацию новенького героя. Но мы будем разбирать его в другом видео. В общем, Гранит — это 4-й танк данной фракции. У нас есть, получается, Аноки, Брутус, Скрэк и вот теперь Гранит. То есть 4 танка. И Нумису где-то в уголочке плачет, потому что, ну, просто он уже устал один спасать всю эту фракцию. Когда же тут будет какой-то саппорт, друзья? Ну, услышьте меня, добавьте сюда еще какого-то саппорта. Он просто сюда просится. Но нет, они добавляют 4-го танка. Это, конечно, капец. Так, арена героев. Давайте посмотрим, как вообще идет анимация. Он там накидывает какой-то значок, повышает урон, бьет. Ну и на нем постоянно щит. В общем, хорошая такая затычка первой линии, которая будет давать выживать вашей команде. А с учетом того, что Крен будет лезть в самое пекло, может быть, это его спасет и Крен будет эффективней. В общем, надо потестировать эту глыбу с другими героями и потом оценить. Ну что, друзья, десерт нашего видеоролика — это гравировка фракции людей. Давайте выскажу свою позицию по поводу каждого героя. И я думаю, может быть, эта инфа поможет вам. А также напишите, кого вы считаете... ну, наверное, нужным в прокачке гравировки на плюс 30 и плюс 60. Хотя все называют там Е30, Е60. Ну, короче, как в шахматах, да? Ладно, полетели. В общем, Эстри, возможно, плюс 30 пригодится, потому что повышение атаки. Хотя тут незначительное, было плюс 30 для союзников на 8 секунд, а теперь будет плюс 40. Ну, с учетом того, что она используется на фарме боссов, возможно, это пригодится. Плюс 60 я бы не качал. Че, она тут понижать будет атаку на 18% вместо 14%? Может быть, это в PvP где-то зайдет, а в других режимах, ну, такое. Так что плюс 30 возможно, но под большим вопросом. Теперь Белинда. Написано, что крит дэмэдж повышается на 18 очков до конца битвы. А уровень критического удара на третьем уровне будет повышаться на 18%. То есть и сила крита, и шанс крита. Ну, как вам сказать, стоит ли оно того, не знаю, друзья. Вот, не знаю. Но я думаю, что найдутся те, кто точно не прокачает плюс 60. Потому что тут написано, что урон каких-то там благословленных союзников, когда там над ними вот этот вот меч появляется, будет увеличен на 15% для каждой атаки. Этот эффект там будет накапливаться 4 раза, и после чего этот эффект прекратит свое действие. Ну, в общем, найдутся те, кто прокачает, потому что этого героя любят, я Белинду качать не буду. Потом идет Райна, тут у нее будет восстановление здоровья у союзников теперь не на 40%, а на 60% от рейтинга атаки. Не знаю, я качать не буду. Мне плюс 23 из 3 хватает, и она чисто вот на боссах используется. Гравировка — это дорогое удовольствие. А тут урон у союзников будет повышаться на 35% вместо 30%. Это, конечно, вкусно, но 5% это не так много, друзья. И лучше бы они поменяли местами, потому что тогда бы более охотно качали бы ей хотя бы плюс 30%, чем плюс 60%. Ну, нет, нет, вообще ее качать не буду. Тут написано, что в начале битвы он, короче, закидывает противника в свой гроб, я так понимаю, да? И, короче, он там будет находиться до тех пор, пока, я так понимаю, Фокс не выберет какую-то правильную позицию, что ли, или что, я так и не понял. И можно применить это только один раз в бою. Или, точнее, один раз за битву. Ну, короче, какая-то чепутня. И тут написано, что... что он тут будет? Способность атаки наносит дополнительно 40% по героям, на которых висят дебафы, что ли? Ну да, типа, будет повышение урона. Ну нет, Фокса я точно качать не буду.
Люций, прибавка к восстановлению здоровья. Ну, это точно я качать не буду. А вот здесь что написано, что каждый раз, когда он использует свой щит, или он встает вот в эту стойку, да, я так понимаю, то он будет восстанавливать еще 35% потерянного здоровья. Причем мгновенно написано, понимаете? Но это поможет ему жить дольше, и может быть в более поздней игре он оживет, друзья. Хотя там он толком ничего не показывал до определенного времени. Надо вот это протестировать. Если это годная штука, ну тогда может быть да, да, можно качнуть, но сейчас нет. Потом идет Тейн, тут дополнительный урон, будет 21% от максимального запаса здоровья цели. Ну это какая-то херня, она меня не впечатлила, так что не качаем. А вот на плюс 60 тут интересно, потому что всякий раз, когда он будет наносить критический удар, а в принципе шанс крита у него там неплохой, его рейтинг атаки повышается на 8% в последующие 5 секунд. Это может складываться 10 раз. То есть, ну как бы нехило, да, можно разогнать ему атаку. Но просто чем выше уровень противника, тем бесполезнее данный герой. Понимаете, в чем прикол? Он просто прыгает, заряжает, а потом команда противника вас разносит. Короче, вот это тоже бы проверить, как у Люция. Но опять же, интересная гравировка на плюс 60, не на плюс 30. Ну, видимо, хотят заставить нас донатить, да, качать гравировку. Так, тут урон, получаемый во время защиты союзника, снижается на 70%. Это фигня. А тут, короче, Хендрик написано, что каждую секунду будет восстанавливать 8% своего максимального здоровья и становиться неуязвимым к урону на 3 секунды. Прикиньте, когда он находится в защитной стойке. Но, в принципе, я не скажу, что прям как это жестко, но Хендрик может защитить команду хорошо. И опять же, плюс 60. Ну, не знаю, это в первую очередь качать такое, я точно не буду. Так, у Рована. Тут получается у него что? А, каждый герой может использовать зелье через каждые 4 секунды. Вон в чем прикол. Изначально 5, а тут 4. Соответственно, он будет выхиливать быстрее, команда будет жить дольше. И этот саппорт будет еще эффективнее. Поэтому плюс 30 точно качаем. А тут потеря энергии при использовании способности уменьшается на 35 очков энергии вместо полтинника. Ну, друзья, Рована точно надо будет прокачать, потому что, ну, саппорты это наше все, они будут хороши. И, возможно, да, Рован будет еще эффективней. Нет, саппорты всегда выгодно качать, они помогают любому стаку, в который вы ставите, допустим, этого героя. Так, что у нашей Гвинет? Оглушение будет продлеваться на 1 секунду. Неплохо, неплохо, то есть чем дольше контроль, тем лучше. А что на плюс 60? А тут написано, что когда она в обычных атаках использует типа огонь и молнию, но она их там зажигает, там заряжает, то урон увеличивается до 260%. Ну, что могу сказать? Она и так, в принципе, больно бьет. Может быть, в более поздней игре она будет актуальней, потому что там она тоже долго не живет, умирает быстро. Вот хотелось бы Тейна прокачать, посмотреть, да? Ну, блин, я не хочу качать, тратить. Но, может быть, кто-то прокачает и что-то годное покажет. Вот, допустим, этим героем, Тейном, Хендриком, вот этим выхиливанием Люция, да? За счет тоже гравировочки на плюс 60. Ну, короче, в жопу. Так, потом идет Роза. У Розы тоже достаточно тут интересно. Прибавка восстановления здоровья будет 190, а здесь она, получается, будет еще понижать точность противников на 120 очков. Ну, короче, когда точность понижается, это хорошо. Некоторые противники не будут попадать, и, может быть, за счет этого вы увернетесь, выживете и победите. Как я уже сказал, саппортов выгодно качать. Ну, Рована точно надо в первую очередь будет прокачать. Прикольно там, мне нравится тема у Рована. Так, Сесилия, тут повышение урона, вместо 130-145%. А тут написано, что после начала битвы Сесилия создает там божественный круг, который укрепляет ее и одновременно уменьшает на 35% скорость восстановления энергии любого из врагов, да? То есть это хорошо, в принципе, они будут меньше бить ее, пока наберут энергию для того, чтобы использовать ульту. Ну, то есть внутри этого круга. Ну, короче, не знаю. Не знаю, мне пока плюс 23 из 3 хватает, гравировку я и качать не буду. В жопу. Так, пивовар. Тут, короче, всякий раз, когда используется эффект белая горячка, он получает 35 очков ускорения. Вместо изначально, получается, скольки? Было 25, стало 35. Ну, в некоторых режимах он показывает хороший результат. Допустим, в экспедиции или в каких-то других событиях. Ну, я его прокачал, но толком вот не одеваю, нигде не использую, друзья. Так что вот так вот. И тут написано, что Ригби
немедленно получает какой-то исцеляющий эффект от способностей «Хороший отдых», что продолжается до какого-то определенного момента, когда белая горячка будет типа накапливаться до 2 раз. Да короче, в жопу этого Ригби. Так, ладно, тут урон увеличивается до 300, а тут опять какая-нибудь интересная штука. Написано, что урон, который будет наноситься врагам, увеличивается на 45%, пока Оскар находится под влиянием способностей контроля. Вон оно что, да? Не, ну эта тема тоже такая, в принципе. Вот почему плюс 60, а не плюс 30? Хочется протестировать, а как это вот? Ну, я вот точно качать Оскара в ближайшее время не буду, друзья, это факт. Это факт. Вот ровно, да, в первую очередь прям буду качать. Может быть, еще вот и стрельну на плюс 30, но это прям если сильно прижмет. Но Оскар нет, лесом. Так, Элюард. Неуязвимость к урону длится 4 секунды вместо 3. После того, как, ну, Элюар закончит читать или его прервут. Но ему надо понижать тайминги, потому что анимация очень долгая. Этот третий навык зачастую просто не успевает сработать, чтобы вся команда была под щитом. Короче, это все чепутня. И чепутня так же, как если вы прокачаете на плюс 60. Леса. Потом идет Пегги. Тут стражи Пегги создают вокруг себя щит. Там, получается, будет 25% от здоровья стража и держится 9 секунд. Ну... Изначально было, получается, 20 и 8 секунд, а теперь 25 и 9. Ну да, возможно, она станет сильнее, но тоже под вопросом. И тут у нее будет что? Урон. Что написано? Урон, наносимый каждым стрелком, будет уменьшать точность врага на 25 очков. Не, точность, в принципе, это хорошая тема. Вы ставите Пегги с Розой, она тоже понижает точность от прокачанной гравировочки, да, на плюс 60. И ставите Пегги. Тут еще будут вот эти мушкетеры понижать точность. И если у вас есть, допустим, там Эцио, да, который еще кидает баночку или раку, ой, крен, да, который тоже там еще вот эту свою банку кидает, и в ней там начинается вапханалия. Может быть, можно что-то замутить, вот, допустим, Пегги и Рози, будет интересно. Но я не буду качать. У Окера тут появляется дополнительный щит, ну, потом прочитаете. А тут, получается, он повышает крит рейтинг. На... Сколько тут? На 4... Чё? На 4 очка и складывается максимально на 40. Ну, в общем, он, типа, может разогнать свой крит, будет сильнее бить, и, возможно, из этого выйдет что-то годное. Когда я дерусь против него, получаю пистонов. Когда я ставлю свою команду, вообще ничего не показывает. Ну, херня, короче. И тут идет Морал. Тут, получается, будет 8 секунд вместо 6. Да? Там вот... Это он запускает вот этот демонический шепот. А здесь что будет? Дополнительный урон повышается до 12% вместо 10% и не более 500% от уровня атаки Morrow. Ну вон оно что, возмездие из бездны. Ну короче, усиление. Я буду качать ровно, а потом посмотрю. Мне еще в принципе интересно Гвинет, может быть она в более поздней игре реально оживет. И у Хендрика в принципе неуязвимость тоже может помочь в некоторых случаях. Особенно тем, у кого нету Альбеда. Для меня это все. Но есть герои, которые интересны по своей механике. И просто надо их вот прям замозолить и понять, насколько актуальна эта гравировка и что она нам может дать, друзья. Я надеюсь, что я найду таких игроков, кто этих героев прокачает. И возможно с их аккаунтов, точнее, покажу вам эти тесты. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.